Помпушки к борщу. Готовим опару. В теплое молоко добавить сахар, масло, соль, дрожжи и муку 225 грамм. Поставить на 1 час в духовку, разогретую до 50 градусов Цельсия. Наша опара подошла. Теперь можно добавить остальную муку. Сперва вымешиваем лопаткой, чтобы тесто не бралось к рукам. Затем смазываем руки и рабочую поверхность любым маслом. Во время вымешивания надо будет промазать руки несколько раз. И вымешиваем тесто 10 минут. Оставим тесто на 20 минут в теплом месте. Смазываем жиром форму. Обратите внимание на тесто, какое оно эластичное и не берется к рукам. Формируем круглые помпушки. Ставим на расстойку в духовку, разогретую до 50 градусов Цельсия на 1 час. Тем временем делаем чесночную заливку. В постное или сливочное масло добавляем соль и воду. Затем чеснок и зелень по вкусу. Можно на водяной бане растопить масло. И готово! Помпушки подошли! Можно выпекать при 170 градусах Цельсия 30-40 минут. Помпушки испеклись, даем им несколько минут остыть в форме. Поливаем чесночной заливкой. Помпушки готовы! Хотите посмотреть, какие они внутри? Они получились сверху румяные, внутри воздушные, с ароматом сливочного масла. Готовьте и радуйте своих близких! А второй раз? Если первый не получится, я за тобой буду бегать? Нет, давай еще раз. Помпушки к борщу! Готовьте и радуйте своих близких!